Вчера мы рассказывали, как грузили фуры для крымчан. Было собрано 26 тонн продуктов. И сегодня от площади перед Домом Советов машины с гуманитарным грузом провожали в далекий регион, который на деле очень близок к нашей области. Крым для Оренбургской области давно не чужая территория. У нас есть договор с Республикой Крым, еще автономный. У нас есть договор с городом Севастополем. У нас есть и свой островок Оренбуржья небольшой, большой десантный корабль «Корск». В путеводители из числа сотрудников МЧС и группы сопровождения груза проведут 3 дня. Они доедут до Темрюка, дальше им предстоит паромная переправа. Губернатор от лица жителей области пожелал всем, кто доставляет груз, легкой дороги. Вы едете в морской регион, 7 футов вам под килем. Это самые добрые пожелания моряков. Я очень хочу, чтобы дорога у вас была хорошей, чтобы вас везде встречало и сопутствовало вам только удача. Добрый путь. Александр Петренко, Георгий Бурлуцкий, новости дня.